друзья, вы на канале Будни Дэй, и надеюсь, меня хорошо видно, потому что за окном льет лютый дождь. И поэтому приходится пользоваться услугами искусственного света. Сегодня уже 12 глава, 12 день, чему я очень рад. И знаете, какой момент я заметил? Что когда ты читаешь одну книгу на протяжении, например, 3-4 дня, в среднем можно, если на книгу навалиться, то ее прочитать за это время. А когда ты проживаешь каждую главу книги один день, то ты невероятно в нее вникаешь. И каждая глава, и ты с каким-то событием в своей жизни ассоциируешь главу, что ага, ты говорил тогда за отдых, вчера ты отдохнул, и сегодня ты думаешь, блин, классно, вот они где силы. Когда ты определенное время тащишь все прям на износе, потом когда-нибудь отдыхаешь, в ближайшее время желательно, и в конце концов ты отдохнул, и фух, и ты готов. Точно так же, как готов сегодня я. И, друзья, речь в следующей главе наконец-таки пойдет о том, что мы любим. Мы любим постоянно откладывать, переносить на потом, на когда-нибудь, на завтра, на послезавтра, на через год, на первое число. И в следующей главе речь пойдет как раз об этом. А называется она «Выделяй 30 минут в день для беспокойства». Погнали! И все дело в том, что беспокойство стало нашей не то чтобы привычкой, а вполне себе обыденностью. Каждый день, каждый час мы переживаем о десятке дел. Нужно успеть, нужно не успеть, я не взял зонтик, я вот сейчас дождь, я промокну, завтра рано на работу, я не высплюсь, мне нужно заплатить кредит, оплатить счета, заплатить за квартиру, и вот десятки переживаний, что он подумает, что он не подумает, я сегодня в белом, все в черном и так далее. То есть у нас куча и тысяча переживаний в день, согласитесь, это реально. И вот о чем нам говорит следующая глава нашей книги, что если у тебя есть какие-то глобальные переживания, и они прям серьезные, ну, раз серьезное, значит, серьезное дело требует времени и требует на него акцентированного внимания. Так, друзья, попробуйте выделять в день 30 минут. К примеру, вы приходите с работы в 7, к примеру. С 7:30 вы поели, к примеру, до 7:30. С 7:30 до 8 уделите время своим проблемам, своим беспокойствам. Вот акцентируйтесь, прям попереживайте. Можно даже всплакнуть, если вы на это способны, или проблема такая глобальная. Но научитесь выделять время для беспокойства обоснованно. То есть, чтобы вы не в течение дня заморачивались этим. Мы же любим все откладывать и все смещать на другое время. Так давайте будем смещать переживания. Навалилась на нас какая-то тревога. Ай, ладно, потом побеспокоюсь. Потом нет времени, сейчас нужно мне доделывать. Сейчас я отдыхаю, сейчас ем мороженку, нужно акцентироваться на вкусе. Вот, переживайте потом. И когда вы будете переживать, скажем так, выделенное количество времени, определенное количество времени каждый день, поверьте, проблемы начнут решаться сами собой. Потому что вы будете над ними сидеть. То есть, к примеру, подходит вам час платить за, допустим, за квартиру. У меня такое часто бывает. И вот как-то или зарплата не успевает прийти, или ты вот прям деньги растратил и ничего не осталось. Удели на это время. То есть сел, пришел с работы, сел, поел, ага, сел на балкончик, взял себе чай и думаешь, так, я не могу там заплатить за квартиру вот прямо сейчас. Что я могу? Может у кого-то перезанять, может где-то подработать, может как-то договориться с арендатором квартиры. Вот. Это время, которое вы выделите себе на переживания, использовать максимально продуктивно для решения этих самых переживаний, для решения этих самых проблем, с которыми связаны эти переживания. И поверьте, и проверьте обязательно, это работает. Это прям работает обалденно, потому что каждая причина проблемы должна быть решена. И она может быть решена тогда, когда вы на ней акцентируетесь и уделяете время. Если вы беспокоитесь об этом в течение дня, ну, это все не то. Поэтому, ребятки, в очередной раз постараюсь сделать ролик не длинным.
записываю все с первого дубля, как ни странно. Вот видите, круто. Раньше по полчаса, то есть переснимал, а сейчас уже прогрессируем, растем, это же хорошо. Вот он рост. Я надеюсь, вы все поняли, потому что я, попробовав применить, не всегда у меня это получается, да, иногда я все-таки переживаю о чем-то прям весь день или постоянно у меня это крутится в голове, но я стараюсь максимально смещать переживания о своих каких-то проблемах или грядущих каких-то обстоятельствах на определенное время. На определенное время, смещая это все, вы даете себе шанс акцентировать внимание и решить это. Поэтому, ребята, попробуйте. Я уверен, у вас все получится, потому что, ну вот это элементарно. Не может дело не получиться, если в него приложить усилия. Конечно же, может все будет не сразу, но все обязательно будет. И чтобы это было, нужно хотя бы попробовать. А чтобы попробовать, внесите себе это в распорядок дня. Сделайте это время для беспокойства своим обязательным ритуалом каждый день. И вы поймете, что это круто. Я не могу это пока передать, потому что я не пользуюсь этим всю жизнь. Я начал это делать только недавно, когда первый раз прочитал эту книгу. Но это бомба, это круто и это работает. Самое главное, что это работает, и самое главное, что это работает эффективно и хорошо. Получилось у меня, получится у вас. Не останавливайтесь, не сдавайтесь. Продолжим завтра, и я желаю вам хорошего дня.